Всем привет, ребята! Вы на канале Тыков КТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать! Там-там-там-там-там-там. Ой, как жалко, что у меня только одна поняха. Вот такая вот такая вот. Ну, мама мне не разрешает больше никаких пони. Она говорит, что пони это для малышей. Но, блин, я хочу себе пони. И мне кажется, это немножко нечестно. Так как я учусь на пятерке все же. Я очень умная. То есть я делаю все, чтобы получить пони. Но мама всегда мне говорит, что типа, вот, доченька, ну зачем тебе эти дурацкие пони? Но нет. Я обязательно добьюсь того, чтобы мама мне купила пони. Так, мама, мама. Мама, ты где, мам? Мам. Странно, мамы нету. Ну, хорошо, тогда пойду-ка у сестренки спрошу. Сестра, ты точно знаешь, где она? И сейчас магическим образом я поднимусь выше. Выше. Так, еще немножко. О, тихо, спокойно. Да, моя сестра любит поспать. Сестренка, вставай, вставай, я сказала, вставай, сестра. Что? А, сестра, что ты меня разбудила? В смысле, что? Где мама? И вообще, я хочу в торговый центр. Ты хочешь, чтобы тебе купили нормальный телефон? Нет, я хочу, чтобы мне мама купила пони. Какие еще пони? Ты чего? Пони не модные и, блин, как бы зачем тебе пони? Ну, потому что я хочу играть. Ну и что, что ты хочешь играть, как бы? Пфф, зачем тебе эти дурацкие, как бы, детские игрушки? Ну, потому что это же круто играть в пони. А ты кто? Пони. Ясно, хорошо. Но сразу говорю, я не согласна с тобой, чтобы ты покупал себе эту дурацкую пони. Лучше купи себе нормальный телефон. Ну... Я не хочу телефон. Ну ладно, мама, если что, на первом этаже. Ура, спасибо, я тогда пошла. Пока. Ой. Опа. Ну да, вы поняли, что моя сестричка немножко такая как занудная. Но ничего страшного. Я пошла к маме. Лестница. Это мой... Так скажем, не друг. Не люблю лестницы. Но я умею летать. Ой, свалила книжку. Ну ладно. Доброе утро, ваше высочество. Ой, извините, ваше высочество. О, Спайк. Спайк, доброе утро. А мама где? Да вон она, сзади вас. А, да. Сейчас я тогда к ней пойду. Хорошо, ваше высочество. Мама, мама, мама. Мамочка, мама, 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 мама. Мам. А, доченька, да, чего? Что произошло? Ты меня звала? Мама, а мы ведь не пойдем в торговый центр. Ну, да, я собиралась пойти с тобой в торговый центр. А что? Ты не хочешь в торговый центр? Наоборот, я хочу, чтобы ты мне кое-что купила. Ух ты, может быть, ты хочешь, чтобы я тебе купила какую-нибудь красивую юбку или что-то интересное? Нет, мам, юбки я не хочу. Я очень сильно хочу, чтобы ты мне купила пони. Доченька, мы же уже это говорили.
Зачем тебе нужны эти пони? Блин, они для мелких. Ну, они не для мелких. Я просто очень хочу в них играть. У моей подружки, моей лучшей подруги, у нее есть эти пони. И она говорит, что я не модная. И как бы говорит, что ты будешь модной, если у тебя будут эти пони. Что за чушь собачья? Ну, ты сама-то хочешь их? Или ты просто хочешь, потому что твоя подруга их, у твоей подруги есть? Нет, я еще сама хочу. Я хочу стать видеоблогером и снимать пони. А, ну, тогда понятно, хорошо. Так, иди буди свою сестру, или ты уже успела разбудить? Успела. Хорошо, идите завтракайте, я тебя и твою сестру жду на первом этаже. Хорошо? Хорошо, мама. А ты мне купишь пони? Возможно. Ура! Так, ребята, я полетела. И Анзелька! Сестра! Ну что, что ты орешь? Уже успела до мамы добраться, да? Ой. Да, успела. Садись-ка на трон и поехали вниз. Хорошо. Нас там мама ждет, она сказала нам покушать и спуститься на первый этаж. Понятно, мы все идем в магазин. Да, давай. А тебе трон обратно прислать? А, ну, давай, я по-королевски хочу. Опа, я на троне, а теперь вниз. У-ху. Опа, 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 опа. Все. Давай, есть. Все, мама, мы готовы! Ну хорошо, девочки, тогда пошли. Так, девочки, мы пришли. Вот. Ну, я вам хочу сказать, что магазин, он, так скажем, не очень большой. Это потому, что были распродажи. И тут все пораскупали. Но остались некоторые предметы. Я пошла в взрослый отдел одежды. И посмотрела что-нибудь интересненькое. А я пойду в подростковый. Сестра за мной. Ух ты. А, мам, помнишь, ты мне обещала купить пони? Пони? Ну, что-то припоминаю. А что? Там он несколько пони есть, и я подумала, что, может быть, ты мне купишь? Доченька, я не знаю, может быть, я тебе куплю юбочку? Не, не хочу юбочку, мам. У меня одна единственная пони, которую мне подарила бабушка. Это Пинки Пай, а больше у меня нет пони. Вы мне, потому что не покупаете пони. Ну, потому что, мне кажется, пони — это очень детские игрушки. Понимаю, там планшет, телефон тебе подарить, как бы, но, прости меня, пони, это не слишком ли как-то по-детски? Это не по-детски, это сейчас очень популярно, пони, серьезно, пони популярно. Ну, да. Я не знаю, это все твоя подружка там тебе говорит, типа, покупай то, покупай сё. А если тебе подружка скажет, купи планшет, купишь планшет? Зачем, если у меня он и так есть? Ну, для примера. Нет. Ой. Ладно, выбирай одну какую-нибудь пони. И недорогую, а то я не хочу тратить деньги, все мои деньги на вот это барахло. Ура! Да, пони тут маленький. Да, пони тут маленький. Так скажем, отдел. Сестра, что? Ты будешь покупать вот этих пони? Да, мне мама разрешила. Странно. Ну ладно. Так. Так, я хочу вот эту вот Эпплджек. Думаю, или мою сестренку. Нет, не хочу сестру. Наверное, Эпплджек. Она, мне кажется, даже недорого стоит. Опа. А? Я падаю. Опа, все. Готова. Та-та-та-та-там. Мама, я все выбрала. Тебе повезло. Ой, прости, доча. А я ничего не выбрала, потому что на меня размеров не было. Понятно, хорошо. В смысле хорошо? Я не понимаю.
Мам, я себе возьму вот эту вот юбку. Хорошо, доченька, хоть один нормальный тут, так скажем, создание, которое купило себе нормальные вещи. Ну, а пони это ненормально? Нет, это детские игрушки. Все, идем на кассу. Здравствуйте. Здрасте. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот эту вот юмочку и поняшку. Хорошо. Бздык. Так, вам пакетик нужен? Да, простите, но у нас пакетиков нет. У нас есть такая коробочка, вам сойдет? Да, давайте уже хоть это. Пип. Так, с вас 15 тысяч. Сколько? 15 тысяч. А, простите, а что там, сколько стоит? Ну, юбочка стоит 1000 рублей. Ну, это понятно, да, понятно. А что там еще? Ну, еще поняша, которая стоит 14 тысяч. Вас что-то не устраивает? Доча, ты что, мне не сказала, сколько это пони стоит? Ну, я не знала. Хорошо. Вот я карточкой. Угу. Пип-пип-пип-пип-пип. Все, да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Ай, пожалуйста. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то подписывайтесь на мой канал. И обязательно ставьте лайки. И будет еще много интересных видео про пони. И еще про драконов. И еще другого. И всем пока. Жми.